Давно не выходила, у меня почему-то проблема с интернетом уже вторую неделю, и последнюю неделю вообще его практически нету. Я не знаю, сегодня у меня вообще целый день не было интернета, но я такая думаю. Короче, надо что-то трансформировать. Почему я себя отключаю от интернета? Написала целый список, почему я себя отключаю от интернета. Такая думаю, ну да. Надоело мне работать, пора уже отдохнуть. С утра до ночи сижу, пишу. Там всякие чек-листы, сайты, лендинги, рекламу, курсы, посты, блин, и вообще у меня там целое это. И поняла, что просто нужен отдых, расслабиться, просто поболтать, просто выйти в эфир, забыть о работе. У меня сделался интернет. Причем час работает без боев, а вот всю неделю у меня просто он все время искал сеть, все время. Я думаю, нифига себе. Вот, и он сразу же сломается, если опять буду делать работу. Поэтому то, что я осознала, надо применить в действии. И поэтому поболтать с вами и пойти поотдыхать. Иначе он опять сломается. Вот так вот нам материальный мир транслирует просто вообще все, что у нас в голове, наши затыки, душа требует отдыха, надоело ей работать, короче. Ну, это я создала про себя. У вас был запрос. У меня долги, у меня деньги, ну, вернее, их отсутствие, да, присутствие долгов, отсутствие денег. У меня проблемы там с кредитами, заработками, не могу купить, что хочу. И там для вас уже каждый написал куча шаблонов, просто бери и трансформируй, уже даже не нужно, уже полдела за вас сделали, уже не нужно сидеть и думать, почему я хочу не иметь денег. Уже столько написали, просто берешь и трансформируешь. Вы посмотрите, сколько у вас шаблонов в голове. Вы думаете, что вы 2-3 шаблончика там рассоздали, порассуждали над ним и все, и типа ждем, сейчас все долги вернут, деньги появятся, я буду богатым, изобильным. Вот. Нет, так не получится. Нужно работать. И пока вы это все не проработаете, у вас так и будет, как и было, понимаете? Я читаю каждый день чат, каждое новое сообщение, мне приходит уведомление. И у нас работает 3 девочки. И все. Кто-то так редко залетный залетает, одно сообщение написал, одну программку, и неделю не видно и не слышно. Откуда вы хотите решение ваших проблем, если вы ничего для этого не делаете? Вот, это вот маленький поджопник, который я хотела вам дать. Программу уже вам трансформировали, уже половину друг друга, вы просто хотя бы почитайте их, осознайте. Напишите свое мнение в комментариях под каждым рассозданием программ, что «а я вот такую вот картинку вижу, да, мне вот понятно, как ты рассоздала, а еще можно добавить вот это, я стесняюсь писать». Да ладно, вы в чате стесняетесь писать? Божечки мой, вот это вы меня огорошили. Вы понимаете то, что стеснение — это просто ваша остановка. Она блокирует, вот ваш стыд и стеснение блокируют вам деньги, изобилие, желания, любые желания. Они блокируются только вашим стеснением. Если вы что-то стесняетесь делать и считаете, а стесняетесь почему? Потому что вы себя отделяете от всего мира. Я — это я, а другие — это типа они. Да, другие — это ваше отражение, они — это вы. Не отделяйте себя от других. Вот кто-то эгоист пишет для себя в тетради. Ну нормально, что, эгоисты. Сам поработаю, другим не покажу. Другим нефиг трансформироваться. Не надо. Вот я тоже буду эгоисткой, буду писать все в тетради, для того, чтобы никто ничего не видел, как работать с собой и без всяких вам примеров. Давайте сами. Давайте мы все станем эгоистами и будем только сами для себя. Все вокруг люди — это ваше отражение, это ваше продолжение. Все персонажи вокруг вас, они нейтральные. Все люди наделены вашими качествами. Помогайте друг другу, то есть вы сами с собой через мир взаимодействуете. Поясни, как трансформировать.
Как трансформировать, я не буду пояснять, потому что у меня вышло несколько видео здесь в чате и постов с разъяснениями, как трансформировать. И сотня примеров трансформации. Как еще можно объяснить? Вы почитайте. Под каждым постом кто-то трансформирует программы. Берет две крайности и схлопывает их в единое целое. Почему одно является другим? Почему плохо это хорошо, а хорошо это плохо? Просто раскидываем мозгами. Нету правила, нету четкой инструкции, как это сделать. Это просто ваше мышление. Порассуждать, почему одно и противоположное может быть являться целым. Кроме вас никто это не сделает. Вы можете наглядно увидеть примеры, их сотнями этих примеров. В прошлом моем прямом эфире я примеры целых 2 часа рассказывала. Вы просто начните. Если вы не хотите взаимодействовать со своим миром, вы просто отделяете себя от мира. То есть я — это я, а мир — это другое. А что они там подумают? А что они там будут там обо мне делать? Нахрен им вообще всем помогать? Все вокруг редиски. Они только меня осуждают. А вы кто? Это вы эгоист, который считает, что люди какие-то плохие вас будут осуждать. Почему вы других людей наделяете такими суками, такими, блин, плохими редисками, что они вас будут осуждать? Да кто вы такие? Почему вы за других решили, что они такие плохие вообще? Ну кто их так наделяет-то? Это же вы сами наделили людей, которые о вас будут плохо думать своим мышлением. Вы так решили, что он херовый, поэтому он будет меня осуждать. Ну посмотрите на человека по-другому, посмотрите на него, какой он классный, что он вас похвалит и вам поможет. Почему вы думаете, что он херовый? Ну почему? Зачем вы так делаете? Это вы херовые только потому, что вы каждого уже наделили, что это мудак, а этот меня осудит, а этот не так обо мне подумает. Но это же вы так наделяете всех людей, делаете сволочами. Ну зачем? Ну вот зачем? Вот на самом деле. Все люди сволочи, охренеть придумали. А потом еще боимся и сидим в своей скорлупе, потому что, ну кто их наделил такими сволочами? Кроме вас и творцов, некому их наделять, понимаете? Если вокруг мужчины любят употреблять наркотики, при этом спортсмены, транслируют мне, что я кайфред и ищу вовне источник кайфа. Да, вовне ищите источник кайфа. Все, восклицательный знак ставите в конце, а не вопрос. В каждом нормальном заданном вопросе, четко сформулированном, всегда есть ответ. Перестаньте делить себя. Смотрите, у вас есть 2 позиции на мир, как вы можете смотреть. С позиции жертвы, тогда я — это я, они — это они. Я не могу на них влиять, они не могут на меня влиять, но мир весь на меня влияет. Короче, все вокруг виноватые, все отдельные. Вот, вы можете смотреть с позиции мира, что я творец. Тогда уже картина меняется. Тогда мир — это следствие моего мышления. Мир — это иллюзия. Вовне ничего нету. Это только зеркало, которое отражает мою внутреннюю суть. Все ситуации — это только то, о чем я думаю. Все люди наделены только моим мышлением. Я о них так думаю. То, что я в себе отрицаю, мне все эти люди покажут. Я их сама наделю всеми этими качествами, чтобы в себе это разглядеть. И хорошее то, что я в себе не принимаю, я наделю других, чтобы это в себе рассмотреть. И плохое то, что я в себе отрицаю, я тоже наделю других, чтобы посмотреть на себя. Все люди — это иллюзия, это клетки вашего головного мозга. Вы смотрите на мир с другой позиции, поменяйте точку обзора, что я жертва. Стыд — это позиция жертвы, то, что, блин, мир вторичен, я тут винтик какой-то, мир вообще на меня влияет или не влияет, пофиг вообще. Главное, я жертва, а они — это они. Но мы — это целое, мы все люди едины в коллективном сознании, мы все один единственный организм. Мы являемся клеточкой этого единого организма. И чтобы взаимодействовать и познавать себя, познать целого себя, мы смотрим и взаимодействуем с каждой клеточкой, с другими людьми. Но они не другие, они тоже вы. Это все единое целое. Зачем вы себя отделяете? И еще назначаете всех редисками. Что, ой, обо мне подумает. Да помогите этим редискам осознать то, что вот посмотри, я вот так трансформировала шаблон, может быть, тебе поможет тоже как-то
пойти и эту мысль развить, и ты для себя тоже что-то поймешь. Помогите сами себе развивать себя. То есть вот этот целый организм, он может себя осознать, когда все друг с дружкой взаимодействуют. Ну что вы закрылись-то в своей скорлупе, сидите со своей тетрадкой, у себя там что-то трансформируете. Я не вижу, что вы там трансформируете. Я лично вам не могу подсказать и помочь, прокомментировать, потому что я не вижу, что вы там в тетрадке пишете. Все, кто пишет, я комментарии пишу. То, что так, народ, вот здесь не то, вот здесь да, вот здесь молодец, а вот здесь еще вот, а вот если вот так посмотреть, вот так. Тот, кто работает и помогает другим, он себе больше поможет, чем вот так вот сидеть там себе саму писать со своим стыдом. Зачем вы это делаете? У меня на среднем пальце левой руки вылезли прыщи типа герпеса. Я прочувствовала стыд и обнаружила его, и вроде заживает, да. Причину мы осознали, то что, ну, кожа — это наша защита, правильно, от внешнего. Вы защищаете, сидите в своей скорлупе, пожалуйста. Все проблемы кожных заболеваний — это наша защита. Только, ну, каждая проблемка, если ее глубже, с чем она ассоциируется, разобрать, то можем понять, ну, еще глубже, куда смотреть вовне и потом вовнутрь. Берем две крайности, две противоположности — и трансформируем в единое целое, осознаем. Мы привыкли делить на все плохое и на хорошее. Но когда мы берем целое и просто берем, разделили, вот это плохое, выкинуть его нафиг. Не буду я это, подавлю, не буду на это смотреть. Фу-фу-фу, это не я. А я хочу вот это. Но вот это уже без листа не является нормальным блокнотом. Ну, то есть вначале это был нормальный блокнот. Потом я взяла, короче, его и расхерачила. Все, у меня нету блокнота. Если я одно оторвала, второй части тоже у меня нету. У меня есть ручка. Я говорю, так, вот этот конец ручки хороший, вот этот плохой. Разделила это одно чувство целого на две части. У меня нет ручки. То есть если вы хотите испытывать радость, при этом отрицая злость, отрицая там грусть, подавляя ее, пытаясь ее изменить, тогда у вас не будет радости, у вас не будет целого. Вам нужно осознать, почему эта часть и вот эта часть является целым. И найти это целое. Как это найти? Мы рассуждаем. Чтобы рассуждать, нужно опереться на какой-то образ, он вам поможет, уму всегда нужно рассуждать, и он опирается на старые знания, на старый опыт, на прошлый опыт. Но в прошлом опыте, в старых знаниях у нас нет ответов, иначе если бы они были, они бы уже были. Но у вас их нет, значит, все, что вы знаете, не дает вам ответ. Нам нужно этот ответ создать здесь и сейчас, новый. Но нового ответа в нашей голове нет, понимаете? Для этого мы придумываем картинку, которая не соответствует ни вот этой крайности, ни вот этой, например, злость и радость. Мы придумываем картинку, например, лось, бегущий в лесу. Какой-то абсурд, не связанный ни с чем, ни с тем, ни с тем. То есть перед тем, как трансформировать программу, можно, вот мне девочка одна там подкинула классную идею, сначала придумать образ, чтобы потом, когда мы трансформируем шаблон, не пытаться картинку подобрать, ну, под вот эти крайности. Иначе сложно будет трансформировать. Придумываем нелепицу какую-то, на которую умом мы будем опираться. И дальше, смотря на эту картинку, вы себя спрашиваете, ну, вот лось бежит в лесу, а мы трансформируем злость и радость, злость и радость, или плохое, хорошее, не знаю, пофиг, злость и радость, да? Лось бежит в лесу. Как ассоциация лося с лесом к радости относится, накидываем, ну, лось бежит в лесу. Если бы я увидела лося, я испытывала бы радость. Вот я сейчас прям на ходу придумываю. Ну, мне было бы классно, да, супер. А еще с чем у меня ассоциируется? Я прихожу в лес и лосей не вижу, блин, злость. То есть просто накидываем ассоциацию. Ассоциации, которые вы накидываете себе там в тетрадке, на листочке сначала, пускай это будет полный бред, они никак не могут быть не связаны с целым. Мы просто накидываем, почему лес и лось — это злость. Накидываем, 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 накидываем. Просто рассуждаем. А почему лось с лесом — это радость? Накидываем, накидываем, накидываем. А почему радость
усложняем, да, наше общение. Почему радость может быть злостью? Почему радость, она зла? Почему чересчур испытание этой радости может нам навредить? А почему злость может являться радостью? Опять накидываем, накидываем, накидываем. У каждого свои собственные ответы, ассоциации. И именно в процессе рассуждения с самим собой над этой нелепицей вам придет инсайт, который такой, как лампочка, точно. Это ручка была, оказывается. Это не колпачок и не вот эта штука, это целая ручка, нифига себе. И вы поймете то, что радость, она в злости, злость, она в радости. Не хочу за вас сейчас трансформировать, я уже этот пример приводила в эфирах. Попробуйте развить эту тему. Когда вы начинаете рассуждать, то есть внимание у вас в данный момент на себе, вас там ничего не беспокоит. Вы хотя бы одну секунду в день, пока рассуждаете, или там минуту в день, будете любить себя. Это уже плюс, даже если вы не найдете целое между вот этими крайностями, в рассуждениях уже направите на себя любовь, потому что любовь — это просто внимание к себе и чувствовать, что вы чувствуете. Усложняя, когда мы трансформируем программу, еще докидывая помимо вопросов и ассоциаций картинки, вопросов, почему плохо — это хорошо, хорошо — это плохо, спрашивайте себя, а что я чувствую, глядя на лося? Радость или злость? А как я могу одновременно испытывать, глядя на лося, и радость, и злость? Что я чувствую? Описывайте ваши чувства. Когда вы их описываете, вот тогда, ну, точно вас стукнет вот этот инсайт, и вы поймете, почему радость может быть злом или злостью. Радость — это тоже крайность, это тоже не хорошо и не плохо, но крайность, которая вас тормозит. Жизнь же — это поток, постоянное новое, постоянно какие-то действия, какие-то движухи, это какой-то рост, это получение опыта. Но любая крайность, в которую мы стремимся получить или избавиться и кидаемся, сильно радуемся, это тоже хреново, потому что это ваша остановка. После радости многие, как маятник, да, раскачали, у Зелана есть классное описание маятников, что вы, если в край ушли и там чересчур радовались, вы потом раз, вы очень сильно будете грустить. Есть такое, или плакать, еще бабушка говорила. Типа, много будешь смеяться, столько же и поплачешь. Они как бы правы, потому что это две крайности. Нужно относиться к двум этим крайностям нейтрально. Не нужно стремиться к этой радости. Радость может быть не бурной, она может быть тихой. Грусть — это тоже радость, тихая радость. Когда вы смотрите на дождь и балдеете от этой тишины, и как шум дождя на улице-то там барабанит по этому подоконнику. То есть вам нужно осознать, что не надо стремиться и бежать. Короче, бежать. Нам нужно остановиться. Кстати, движение — это остановка тоже. Движение — это крайность, остановка — это тоже крайность. Очень классно трансформировать эту программу, потому что нам никуда не нужно бежать, нам нужно жить здесь, сейчас, да, не бежать в будущее, не бежать в прошлое своими воспоминаниями, а вот здесь, сейчас жить. Но когда вы здесь, сейчас живете, у вас как раз и происходит движуха, потому что вы за собой наблюдаете прямо здесь, сейчас, в этой точке, не двигаясь, наблюдая себя, чувствуя себя, у вас движуха идет в точке, прикиньте, движуха в точке одновременно. Как это может быть, движение и остановка одновременно? А вот так вот, когда здесь, сейчас, вы в точке находитесь, у вас идут движухи, вы осознаете, вы себя понимаете, вы себя чувствуете, через вас проходит этот поток энергии, то есть ваша жизнь начинает, блин, бурлить. Но когда вы находитесь в спокойном и беспокойном состоянии одновременно, в беспокойном в том, что вы не беспокоитесь там о будущем, а в беспокойном имеется в виду в движухе, ну, морально вы спокойны, но можете даже и физически куда-то бежать, это не важно. Сейчас я и про чувства, и про тело одновременно. Соседи снизу протекает дверь, вечно жалуются, что я их топлю, но у меня сухо. Ну, это их проблемы, вот. Но вам нужно разобраться, что картинка мира вам транслирует. Для чего вы хотите, чтобы вам жаловались? Значит, вы где-то жалуетесь.
Что вы при этом испытываете, когда соседи вам это говорят? Вы испытываете негодование, злость, это тоже шаблончики, которые надо трансформировать. Вы испытываете недоумение, типа, что такое, все нормально, а тут какие-то движухи происходят. То есть вам нужно подумать, что вы испытываете, когда вам соседи это говорят. Ну, то есть вроде я же ничего не делаю, никому не мешаю, почему на меня все жалуются. Переводим на себя. Я ничего не делаю, у меня ничего не происходит, и я на себя жалуюсь поэтому. Вот, наверное, у вас ничего не происходит, вам хочется движухи. Вот вы сами на себя жалуетесь. То есть любые рассказики переводите на себя. Для себя это легко сделать. Напишите на листочке. У нас, кстати, есть задание под постом одним такое. Вашу проблему. Соседи жалуются на меня. Я их топлю. Я чувствую негодование и недоумение. Я же ничего не делаю, я же их там не топлю, я же... У меня все спокойно, у меня все ровно. Почему они, сволочи, жалуются? А потом читайте все, что вы написали от своего лица. То есть соседи замените на «я». Я на себя жалуюсь, потому что у меня ничего не происходит. Я испытываю негодование, потому что, блин, у меня протекает там энергия моя, идет куда-то не туда. Я не понимаю, ничего же не делаю. Я ничего не делаю. Я себя не понимаю, я ничего не делаю, поэтому на себя жалуюсь. Так, чтобы себя растормошить, наверное, начать что-то делать. То есть вы берете и расшифровываете, пишете текст любой, любого события и переводите на себя. Все персонажи — это вы. Сами себе сказали, сами себе сделали. Сами осознали, сами на себя пожаловали, сами что там, похвалили, сами унизили. Вот. Все сами для себя. Нелли, почему я, осознавая причину в себе, порхаю, бабочка, ощущая себя счастливой, как никогда, но пришел откат, где я почувствовала боль, какую еще не испытывала, почему происходят откаты? Потому что вы в крайность кидаетесь. Вы должны полюбить боль так же, как и радость, злость и гнев, так же, как и радость. Одинаково испытывать это чувство, что и то хорошо. В радости мы можем останавливаться просто. Ой, мне сейчас хорошо, что мне еще делать? Зачем мне что-то там трансформировать? У меня там вообще так офигенно все. Ну, душа-то треба. Она же поняла то, что, блин, у вас столько затыков, которые вас в жизни останавливают. Просто, ну, миллиард этих программ, шаблонов в голове вот здесь вот сидят, и вы ничего не делаете для этого. Но когда у вас все хорошо, мы просто ничего не делаем. Мы себя, ну, ограничили, остановились, и все. А вот боль пришла, чтобы напомнить то, что алло, надо двигаться дальше, харе тут сидеть и наслаждаться этим. Давай дальше, 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 двигайся. Боль — это сигнал просто о том, что вы остановились, и это нормально. Боль не может у здорового человека отсутствовать. У здорового человека боль присутствует. Если он здоровый, тогда боль — это просто сигнал. Блин, у меня интернет отключился. Боль — это сигнал у здорового человека, понимаете? Боли нет у больных людей, у которых функция организма хреново работает. Организм должен выполнять единственную функцию. Да? Наше тело — это индикатор того, познаем мы себя, движемся, живем, растем или нет. И боль просто обычный сигнал. Это нормальная функция организма, здорового организма. Просигналила боль. Ага, где? Где эта боль во мне? Почему она здесь? Так, голова болит, окей. Погрязла в думках, ни хрена ничего не делаю. Так, рука болит, так, что-то делать вообще явно не хочу. Ноги болят, блин, не хочу идти туда, куда нужно идти. Сердце болит, вообще себя не люблю. Горло болит. Обиды подавила, недосказанность, печень болит, злость держу на людей, причина не во мне, все вокруг виноваты. Кишечник болит, не перевариваю этих ситуаций, не перевариваю этих людей. Понос, блин, чистка, нормально, пошло в дело. То есть мы находим сигналы тела и просто понимаем, где мы остановились, блин, чтобы идти дальше. Это офигенно, мы должны любить эту боль за то, что организм с нами разговаривает.
Есть душевная боль, то же самое, тот же самый сигнал, где вы себя останавливаете, благодарите то, что вы себе хотя бы это сигналите. Люди, которые подавляют в себе все чувства, подавляют в себе, ну то есть как подавляют, вот это все плохое отрезали, ни того не имеют. Они полнеют, они не могут похудеть, у них куча болячки, у них проблема с желчным пузырем, сердцем, почками, да, наверное, все вообще, комбо просто. Вот, и отрицают эту боль как нечто плохое, отрицают злость как нечто плохое. Но злость — это двигатель, который, блин, нас заводит, чтобы мы, остановившись, начали наконец-то опять двигаться, опять ехать. Полюбите все вот эти крайности, противоположности, что вот это хорошо и вот это хорошо. Это пипец как классно, это инструмент наш, это же сигнал, это просто маячки наши, куда нам двигаться нужно, это наши подсказки, где мы останавливаемся и тихо, блин, умираем. Здесь наши подсказочки. Это не зло, это не злость, это не боль. Это маячок. Это офигенная хрень, которая, блин, заставляет нас двигаться, что-то делать, развиваться, расти, познавать этот мир, познавать себя, расширяться, познавать себя через других людей, познавать себя как целое, божественное в себе познавать, Бога в себе познавать. Вот это вот все нам помогает. А мы это нафиг отрезали. Ну вот этого тоже нет. Вот этого всего хорошего, к чему мы так хотим, вот эту радость испытывать, эйфорию. Но это тоже крайности, которые нас офигеть как останавливают. Мы должны смотреть расширенно, чтобы расширить свое мышление и смотреть на все как на целое, то есть на все противоположные крайности. Нам нужно расширять мышление. Чтобы это делать, нам нужно трансформировать это, то есть осознавать. Брать и ежедневно хотя бы по 2-3 программки осознавать. Ну не сам с собой тут на листочке, блин, как единомышленник. Трансформируйте программу «Я и другие». Стыд, что там еще, какие программы вам не дают, блин, делиться. А то, что вы когда делитесь с миром, вы сами с собой на самом деле делитесь. Вы размножаетесь, вы расширяетесь. Клетка, когда поделилась, она умножилась, потому что их стало две, и обе вырастут, да, их стало, ну, она поделилась, стала маленькая, да, две маленьких, но они вырастут, они станут двумя большими, она множится, она расширяется. Почему вы держите это все в себе? Делитесь со всеми.